открытая часть ресторана. Вход в главное здание ресторана. Ой, ресторана, отеля. Вечерами здесь фонтаны. Въезд в отель. Это ко второму корпусу и к бассейнам. Вот сюда подъезжают автобусы туроператоров. Спальный корпус. Большой бассейн. Бар. Здесь караоке проходит и периодически какие-то вечерние шоу. Вход в спальный корпус. Большой бассейн. Детский лягушатник.
автостоянка машин. Тут тоже охрана. Можно выехать. Еще один бар. Идем к аквапарку. Вот здесь аквапарк, можно там пройти. Мы войдем вот с этой стороны. Белая закрытая горка на протяжении всего нашего отпуска не работала. Начало середины июня 2014 год. Наше окошко, наш балкончик. Мой волшебный круг. Там амфитеатр. Вот такие жители. Идем к амфитеатру. Тут выгуливают лошадок, судя по всему. Подружки, хатушки. Дорога никуда не ведет. Это футбольное поле. Тут стоянка с другой стороны. Теннисный корт. Бар закрыт, потому что раннее утро. С 10 часов. Откройте. Так. Ну вот тут к лошадкам дорожка, которых пока нету. Вот, собственно, вся территория отеля была.
около аквапарка мини-клуб и детская площадка. Две комнаты в мини-клубе. Вот здесь игровая, тут вот они там бесятся, а тут у них спокойные игры. Они играют, рисуют, бусики всякие делают, поделки. Вот по этой дороге можно тоже пройти к большому бассейну. Спальный корпус с этой стороны войти нельзя. Только вот со стороны большого бассейна, что очень неудобно. Какая-то недоработка.